По-моему, лучше быть меркантильной тварью, чем бесплатной давалкой. Угу. Почему это так происходит? Почему женщина решила, что у нее нет никакого ресурса, что она сама по себе не ценна? И начинается. За себя заплатила, к себе домой приволокла, в свою квартиру жизнь привела, угу. подарок ему подарила. Но для чего женщины это делают? Все мужики забрали все ресурсы. Они сильнее нас физически, они умнее, выносливее. И вообще по многим-многим показателям мужчины выигрывают. Но для того, чтобы стать интересными женщинам, женщине какой-либо, мужику мало просто родиться. Нужно что-то сделать. Угу. А мы, девочки, уже приходим в этот мир с ресурсом. Этот ресурс есть у каждой из вас. И мы по природе своей мужчинам интересны. Я надеюсь, вы понимаете, какой ресурс она имеет в виду, ребята. Звезду свою, звезду. Всем здорово, Саныч на связи. Ребят, вы понимаете, чему она учит женщин? Просто платили, чтобы ей мужчины за секс с ней. Учат быть проститутками, это реально. Ребята, если вы этого делать не хотите, а потому что это практически на каждом шагу, ребята, пройдите мой курс, который называется «Как взаимодействовать с женщиной бесплатно, без потерь». Финансовых, временных, здоровье туда всаживать, свои нервы и так далее. Ребята, он на 2 часа в видеоформате. Он уже ни одному далеко мужчине помог. Вот и люди говорят мне спасибо, потому что, блин, Саныч, ну вот, блин, помогло. Раньше бабки спускал на нее, а теперь, как это знаешь, и бабок в жизни стало побольше-то, да? Ребята, кому это интересно, пишите мне, пожалуйста, в личку, в закрепленном комментарии, там, ВКонтакте, Телеграм, Ватсап, неважно, вот, и я вам дам подробности по курсу, потому что, ребят, ну вот это, ну это кошмар. Мы, говорит, пришли в этот мир с ресурсом, с пиздой своей, как бы, да это всего лишь половой орган, ёпта, ты чуть-чуть, а не бизнес. Ребята, осознайте, что это половой орган, это не организация, да, это пизда, говорят, что серьезная организация, но тем не менее, ребята, это внушенное нам уже давным-давно понятие, и потом, ребята, не платите за это все.